Ситуация на дорогах Гомельской области остается напряженной. ДАИ проводит профилактичное мероприемство «Пероход без небезпеки». За минулый год по причине непредоставления пешеходам права на перевагу руху отбылось 108 ДТЗ. 5 человек у них загинули, 110 отримали травмы разной ступени тяжкости. С початку 2020-го таких наездов уже 4 и двое загинувших пешеходов. Столько же с травмами трапили в больницу. На территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Переход безопасности», в котором задействованы будут все сотрудники милиции общественной безопасности. Цель акции – напомнить водителям о том, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход.